В регионе динамично развивается птицеводство. В Уналинском районе действует единственная мангостау-птицеферма, которая занимается выращиванием домашней птицы. Ферма была запущена 4 года назад и с каждым годом старается увеличить объем производства птичьей продукции. Это помогает предприятию полностью обеспечивать население региона куриными яйцами. Благодаря сотрудникам и их заботе о птице сейчас на ферме более 45 тысяч кур, из них 23 тысячи цыплят. Их привозят из России. В месяц небольшая ферма производит 690 тысяч яиц. Трудятся на предприятии 12 специалистов. При содействии прокуратуры области положительно решены вопросы, которые нас беспокоили при ведении крестьянского хозяйства. Со стороны главы государства была также оказана большая помощь. По госпрограмме нам выделили средства на расширение производства. Проведен газ, проложен водопровод. Наша ферма обеспечена необходимой для работы инфраструктурой. Куриные яйца отправляются на прилавки магазинов региона. Продукт местного производства признан экологически чистым, при этом цены на него остаются доступными. Мы активно развиваем свой бизнес во благо развития экономики Казахстана. Наша главная задача – выпускать качественную продукцию, которая будет востребована на местном рынке. Немаловажно для нас радовать потребителей. Поэтому в будущем мы планируем заняться производством мяса птицы. Высокое качество птичьей продукции мангистауской фермы доказано экспертами столичной лаборатории, поэтому данный вопрос не вызывает сомнений. В свою очередь, руководство птицефермы не останавливается на достигнутом и в будущем намерено увеличить мощность производства. Сабина Балашкина, Дудельбай Нурбай, Айнахпарат.